più di 1000 euro quel paro. Oh là là. Il presso fuso, il ferro presso fuso, e le bocce sono non in plastica ma in cristallo, ho la bocce di ricambio di quelle lì. Ok. E poi abbiamo messo anche un'altra luce di là, perché lì mettevamo il salottino e lì si mangiava a fare barbecue. Va bene, grazie, arrivederci signora. Ну вот, друзья, наступило время работы, хватит нас уковырять, нужно работать, работать. Приветствую, меня зовут Алексей Азаров, мы с вами в городе Сан-Ремо, находимся на предпоследнем этаже. Апартаменты где-то 190 метров квадратных. 70 метров квадратных терраса. Как будто, видите, тут проезжая часть, еще светофор поставить рядом. Вообще будет здорово. Я так понимаю, здесь можно очень удачно поставить и разбить, например, сад. Какую-нибудь беседку красивую. Ну, терраса очень просторная, можно как угодно ее обыграть. Для понимания, это отель Эден, и до моря пилить буквально там минут 5 максимум. Здесь Коп у нас магазин. Ну, считайте, что очень близко к центру города, тут тоже идти минут 10 до центра города. Красивый вид на море, на горы. Здесь у вас получается закрытая терраса зимняя. То есть все закрывается. И когда у нас дуют ветра, можно здесь отдыхать. Апартаменты такие простые, там надо сделать ремонт в ванных комнатах. Очень удобно все-таки до моря, до центра, очень близко. Здесь у нас с вами получается 2,5 спальные комнаты. Это первая спальная комната. С выходом на террасу. Вторая спальная комната сделана типа зала небольшого, хотя там мы сейчас пройдем в большой зал. Так все, в принципе, аккуратненько, чистенько. Необходимо поменять только розетки, потому что они старого образца, итальянского. Когда ни одно современное устройство туда не включишь, кроме кипятильника. Какая милашка эта улочка. Я думал, там золото. Так, теперь мы с вами проходим в зал. Здесь сквозняк. Поменяли недавно они котел двухконтурный. Он там новый еще, несколько лет у него гарантии. Здесь индивидуальное отопление, что характерно для таких кондоминиумов не часто. Пол
Я, когда вы покупаете, все время рекомендую его просто почистить, потому что очень мрамор такой красивый. Просторный зал. Камин, кстати, действующий из мрамора. Оп. Что они такие все суетятся-то, думают, что у них русские что-нибудь подрежут, все время контролируют, заходят. Здесь тоже выход на террасу. Вот так правильно. Так, а здесь два входа, да? Первый, второй. Раньше это были два отдельных апартамента, их совместили. Это первая ванная комната. Но она, конечно, уже немножко устала. Нужно ее менять. А здесь, как я сказал, 2,5 спальные комнаты. Это спальная комната, но она маленькая. То есть, или на одну кровать можно, или сделать детскую какую-то, или здесь сделать гардеробную, ну, по вашему усмотрению. То есть, как вам нравится. Здесь двери, нет, не деревянные. Это жалко, конечно. Тогда все сносим. Электрика, смотрю, более-менее они что-то сделали, но это все равно надо все менять электрику, потому что это все старое. Ну, я имею в виду новые розетки делать, выключатели. И еще одна небольшая ванная комната, здесь душевая будет, без беды, только один унитазик и все. Но что позитивно, что их два в любом случае. И кухня. Кухня шикарная. Компания IKEA отдыхает. Ну, раньше так было модно. Кухню под снос. Вот котел. Двухконтурный. И здесь у вас еще небольшой балкончик. Чуть телевизор не сбил. Современный. Так, что забыл сказать? Забыл, наверное, сказать про кондоминиум. Кондоминиум меня очень сильно удивил за такой объем. Всего где-то примерно в год 1500 евро. Это у нас сколько получается? 100 евро где-то с хвостиком. Вот эти, конечно, шкафы у них, я не знаю. Это, вот кто обращает внимание на эту мебель итальянскую, это очень удивительно, как они делают. И все причем гармонично, в одном стиле.
Вся подробная информация, как всегда, на нашем классном сайте azarov.ru. Цену я не говорю в эфире, сами помните почему, потому что она может меняться, естественно, в нашу меньшую сторону, поэтому всегда смотрите актуальную цену на сайте. Я сейчас готовлю третью и четвертую ролик по поводу покупки недвижимости, поэтому не переключайтесь, я начал работать, хорошо отдохнул, я думаю, вы тоже, поэтому у нас сейчас будет очень плодотворный следующий 2019-2020 год. Все, хорошего дня, удачи и прекрасного настроения. Пока.